Еще одни часики хочу показать. Они всего лишь около $1500 стоят. Выглядят они точно как Mi Band. Такой фитнес-браслет. Но на самом деле это часы для моего сына третьеклассника. Сенсорный у них дисплей. Вот так вот нажимается, показывают время. Сенсорный, причем вот эта вот кнопка, она сенсорная. Вот такая анимация происходит и показывает время. Настраивается очень причудливо. То есть, если нажать и подержать, происходит настройка. Дальше сенсорным касанием плюсуются цифры. Если нажать поплотнее или не нажимать совсем, то время применяется. Также длительным нажатием, реальным нажатием, переводится на следующую позицию для настройки. Также ссылочка на них в описании. Ребенку, в принципе, подойдет на убой. Браслет такой же, как у Mi Band, довольно надежный, и на маленькую руку, и на большую подойдет вполне прилично. А здесь вот видите коллекцию моих убитых часиков. Не все убитые, эти, например, работают до сих пор. Эти тоже хорошо работают. Вот Picardi, например, совсем съелся корпус. Это Corvin древний. Ориент отцом, подаренный на 15 лет, по-моему. Casio 10-летний 2000 года покупки, до сих пор производится моделька. Вот и все.